Только не сбей меня, не врежься. Антон, го гонки раз на раз. Давай, нифига у тебя семерка. Чё, гонку хочешь, эй, стритрейсер? Давай, догони меня. Вот мудила. Чё, не так... Да что ты меня убил? Козёл, блин. Ты мудак. Вызывай пожарку, где мой самолет? Яман тачка новая на семерку, вот похожа. Вот если вот так вот стоять, если ее более такие вот грубые формы сделать, то просто один в один семера будет. Да. Пойду на тюнингую, дождемся утра. Пошли гулять! Меня мама не выпускает. Привет, Канина Антонина. Здорово. Как дела? Нормально. Что ты делаешь? Сосиска такая вниз ушла. Давайте, поехали. Ты долго, бля, будешь ехать? О, давай щепить. Она почти валит. Давай я над тобой пролечу. Ты давай. По трассе будешь ехать? Да. На тебя, ты за кем едешь? Бляха, муха, говорила бабуля, смотри вперед. За что мне звезду дали? За то, что ты Антон. За что ты ветеран? Ни хрена тут скорая помощь. Не надо, о, ты разобьешься. Я рядом с вами, ребята. Здравствуй. О, мы сможем в тоннеле пролететь на самолете вот в этом? Вау. А вы хотите? Это Джонни так по нему взорвался, да? Нет, я плавно пикировал. Я крашера взорв... На-на. Джонни, ты взорвался или ты жив? Воу, ты сейчас, пока ты это говорил, чуть не врезался. Давай, Джонни, пролети надо мной, я еду по шоссе прямо, чисто прямо. Под мостом? Еду. Опа, красиво. У меня звезда, блин. За то, что под мостом пролетел, звезду улепили. Кто круче, мой самолет задом или твоя тачка передом? Просто битва века. Давай, замути красоту. Смотришь? Смотрю. Ты слишком высоко, ниже спустись. Ты что, ногами, что ли, летишь? Да, смотри. Что-то там не пошло, по-моему, да? Ты жив, что ли? Я прям на самолете. Надеюсь, погода не испорт. Охренеть, мне повезло. Долбаная GTA. Fuck? Садись. Где ты? Тут Мариозер, что они тут? Охренеть, здесь адок. У меня горит машина. Блять, у меня просто... Я горю. Я взорвался. Ема, тут что происходит? Жень, ты не пролетишь в тоннеле. Круто. Здесь ад. Сейчас все будет. Летай с помощью... Что это такое в отражении за лютая хрень? Офигеть. Антон, вызвал машину? И где ты? Все, остановись, вот, значит, скопы отъедут. Давай. Свали. Готов? Тихо. На счет три. Нет. Разворачивай. На счет три. Один, два. Ты че, мудила, что ли? Притормози, Вась, там полоса заканчивается. Да ладно, торможу. Там копы. Плеха-муха. Ты мудила. Давай еще раз. За натер копы. Ты че творишь? Я тебе. Пилот какой-то. Я сажусь, Антон. А ну вернись обратно. Да ты не догонишь меня, давай. Я буду задом от тебя убегать, сейчас развернусь только. Давай. Давай, гонка, гони вперед, гони вперед. Поехали. Это теперь, дай развернусь тогда хотя бы. Да стой, Вась, назад езжай. Давай, гонка, самолет против машины. О, подождите. Готов? Он говорит. Ну, погнали. Страшные вещи происходят. Тихи, бля, просто... Я гони, заслали... Антон, гони! Ты чё? Ты чё вафля творишь, нечестная такая? Твою ж мать, жабидо! Зобан ты, жабидо! Антон, нам пригнали самолет, ты готов? Наконец-таки сразимся. Сейчас я развернусь. Давай, ты задом, я перед, там правила такие. Правила такие, давай, давай, ты два пассажира. Смотрите, вот самолет! Ты гонишь? Антон, что готов? Это, дурак? Поехали, один, два, три. Погнали. Поехали, все, давай. Я тебе даже фору дам. Давай, давай, погнали. Фору? Попер. Я обогнал чисто машину. Это Вагнер? Чего? Я обогнал самую быструю тачку на самолете. Че, а как по управлению? Нормально? Давай назад поехали, назад поехали. Готов? Сейчас. Да не прикасайся ко мне, поехали. Готов? Давай, я тебе фору дам. Один, два, три, поехали. Давай, все, я поехал. Ну, с форой, мне кажется, я тебя обгоню. Давай, с форой обгонишь меня? Дороги, слушай, Джереми! То чувство, когда самолет? Вообще дико, смотри, догоняешь! Я перегоняю тебя, подвинься, Вась!
Да подвинься! Я подвинулся же! Сука, крылья свои распахнул. Давай еще раз в другую сторону. Давай. Готов? Давай, езжай, я тебя догоню, короче. За мной едет. Да мне Мэрвезер не мешает. Бля, они мешают, давай назад. Когда хочешь устроить гонку, ну, блядь, тебе подписчики. Да, блин, Мэрвезер на моем этом оперении хвостовом, ублюдок. Мэрвезер, я же меня не выговариваю. Идите нахрен, мудаки. Ты, сука, ты мне должен 15 тысяч, блядь. У меня самолет не работает, новый нужен. Ты знаешь, Конор Макгрегор так говорит, Мэйвезер на моем... Да пошло в жопу, чей сдох, блин. Три, два, один, разгон. Джонни, взлетай, просто разгон, набирай и все, Джонни взлетел. Джонни, блин, взлетай, как все нормально. Бля, Джонни, ты мудак. Сейчас мы, ребят, замутим кое-что необычное. Даню, я симуляторы играл. Давай, уходи налево, Джонни, тебе нужно за нами лететь. Врубай дым. Джонни, лети прямо за дымом Антона, чуть ниже дыма Антона. Антон, врубай дым. Врубил. Давай, Джонни. Врубаю. Выровнялся. Давай. Давай, давай. Сейчас. Прям над дымом Антона лети. Ровнее лети. Лети прям над дымом Антона. Какой белый цвет, слушайте, стоп, я слелевее должен быть. Лол, офигеть, подожди, ниже. Да что вы творите? Антон, ты сверху должен быть, Джонни снизу. Джонни, тихо. Летите прямо. Джонни! Антон, гони на всю катушку! Не бойся! Только не убейтесь! Ёкарный бабай, жми! А где Данил? Я сзади, посмотрите, назад! Джонни, лети прямо над дымом Антона! Лечу прямо над ним! Да ты не крутись, ты лети ровно, видишь, вот как я! Антон крутится! Антон, лети ровно, пожалуйста! Я лечу ровно, алло! Ты поворачиваешь вправо-влево, я по следу дыма вижу! Все, давай! Готовы? Готовы, да, все, ровно, летим. Ровно летим. Летим ровно. И что, вы думаете, это нормально? Это получается все? Я не знаю, наверное, нажми, посмотри. А, ну ускоряйся, ну что ты? Антон, не тормози, лети нормально. Да тихо, нормально все было, нормально все, ребят. Джонни, ты думаешь? Нормально летим, все, я теперь сориентировался, нормально. Все, я надеюсь, так... что лети ровно, Антон, пожалуйста, не тупи больше. Я не туплю, вы охренели. Джонни, что ты ли? Куда улетел? Антон, давай влево к Лос-Сантосу бери, Антон. Влево? Влево к Лос-Сантосу, да. Джонни, за ним. И лети прямо, просто отпусти все кнопки, или пусть он летит сам прямо. Понимаешь, что турбуленция в север, я хочу, чтобы ты верил. Джонни, бери выше. Вы видите, что вокруг нас, блядь, летит? Самолеты, истребители. Понимаете, то, что еще там это... А Антон, притормози, ты слишком вперед уходишь. Ребят, дым, краска кончается. Все, ништяк. Теперь летите прямо, летите прямо. Так, я выравниваюсь. Я выровнялся. Все, ништяк. На газ нажал? Ну, немножко так поджимаю. Нажимайте, Нажимайте на газ, летите на газу. Джонни, выше возьми. Выше беру. Данил там, блин, самый последний. Ой. Вруби дым, Антон. Хорошо. Ориентируйся на Антона. Антон опять боком летит, блин, зачем? Я не жму на кнопки, в том-то и дело. Антон, все лети нормально, пожалуйста. Я нормально лечу. Вот, хорошо лечу, красиво. Подожди, Эр отключить надо. А, что я, где я? Я поеду спереди, полечу спереди. Лети давай. Вперед. Давай, притормозите давай. Ребят там. Давай, тормози, вперед. Антоха, торможу, торможу. Давайте разворачиваемся в Лос-Анджелес, а то мы нас... Нас собьют все, нафиг. Да. Здравствуйте. Тормозите, я от вас отстал давай, сильно. Давай, Джонни, давай. Вообще красиво сейчас получается. Да, с дымами это топ просто. Как это не развернулся? Одел Сантос, подожди. А, вот он. Антон, лети вперед прямо, мы будем с тобой фигачить. Да в смысле, мы ведущим поменялись. Давай, 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 давай. Так. Антон, ты сверху должен быть синей полосы. А я где? Я не знаю, тебя пока не вижу. Обгоняй, ты слишком высоко. О, Джонни, здорово, братан, здорово. Сейчас смотри, как красиво. Опа. Антон, ты сверху должен быть белый, синий, красный. Офигенно! Офигенно, отлетались! Как вы друг друга врезали? Как, Данил? Писос вообще просто. И где мы сейчас окажемся? О, я почти в Лос-Сантосе, офигенно. Где я, блядь? У меня такой же вопрос, где я? Это не грузовик, это подлодка. Им похуй? Ну видишь, я же уехал куда, он не утонул. Оттуда не убывает иногда. Блядь, вылазь это алло! Что такое? Застрял! В смысле? Красавчик, блядь, мне кажется, мы сейчас утонем.
Кто тлит писет в кабину? Ты чё приклеился? На самолёте. Как? Запрыгивай. Да, стой здесь. Запрыгнул. Ну. Эй! Эй! Что? Что? Да! Чего? У меня воздух кончается. Ты серьезно? У меня воздух кончается, Данил. Всплыви немножко вверх. Я не могу, я... Отпусти! Не пустю! Там пусти! Еще на половину тоннеля ехать, расслабься, все хорошо. Нет, все, у меня воздух обновляется. Ой. А, нормально. Поплыли дальше. Данил! Какого... Нормально там тебе? Я, блядь, как осьминожка. Согласись, было эпично и угарно. Если ты хочешь больше таких угарных режимов, не забудь поставить лайк для продолжения и написать, стоит ли снимать такое или нет. Не забудь оформить подписку, нажав на замечательную красную кнопку под видео для того, чтобы не пропустить новые и угарные видео. Ну а с вами был Квантум, не прощаюсь.